Здесь население закупает в среднем от 15 до 20 тонн угля, иногда доходит и до 40. С приближением отопительного сезона у жителей республики возникают все те же вопросы – цена и условия покупки. Напомним, что отпускная цена твердого топлива с угольного разреза составляет 2200 рублей за тонну. При покупке на топливном складе стоимость возрастает на несколько сотен рублей. Почему 2507 рублей? Потому что уголь доставляется складом от разреза до Кызыла. Дальше есть еще плюс небольшая сумма надбавка склада 147 рублей. Таким образом, цена угля составляет в Кызыле 2507 рублей, как и было в прошлом сезоне. Она не изменилась. Орлан Межидоржу в числе тех покупателей, которым удалось без очередей и накруток на цены закупить на первое время твердое топливо. Сегодня он приобрел тонну кахемского угля. Организация работает хорошо, очереди-то нету. Но пока нету, наверное. Показывает все, ну, не обманывает там. Весы показывает, все правильно. Всего в Кызыле будут действовать 5 складов. 3 из них на улице Таежная, на Вавилинском затоне и на Калинина 17. Уже принимают покупателей. Пока, как мы видим, наплыва населения не наблюдается. По словам представителя склада, этому способствует теплая погода. Но с наступлением холодов объемы поставок угля в углехранилище будут наращивать. Вообще 200 тонн мы продавали в прошлом году, максимум это. Но если в хороших этих, если нормально ввозиться будет уголь, в день можно продавать 200 тонн угля. А это уже склад на Вавилинском затоне. Местом под хранилище выбрана территория бывшего племобъединения. Туда будет завозиться в день 20 тонн угля, думаем. 20 тонн угля, а в последующем будем завозить по потребностям. Но если будет больше уходить угля, будем больше завозить туда угля. Если спроса не будет, соответственно, конечно, будем завозить мало. Угольные склады в Кызыле и в районах Тувы запускаются в первую очередь для предотвращения дефицита угля и обеспечения населением топливом без накруток цен перекупщиков. По заверениям энергетиков, склады республики будут обеспечены топливом с большим запасом. Проблем с поставками угля на топливные склады нет. Также на разрезе. Потому что разрез подготовился на отопительный сезон. Достаточный запас подготовленного угля имеется. И дальше по сезону тоже работа продолжится. Уже завершается обустройство топливных складов в Тандинском, Тесхемском и Эрзинском районах. В ближайшие дни работы стартуют в Байтайгинском, Борунхемском, Мымынтайгинском, Аверском районах. Алдын Казбуян, Наталья Маспыкол, Владимир Сюртук, Чайхан Дунгак, Азамат Учур, Тува-24.